Всем большой привет! Мы находимся в магазине Модис, торговый центр Мегамаг. В магазине много полезных товаров. Давайте вместе их посмотрим. Желаю всем приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал, а также на мой инстаграм. Ссылочку оставлю в описании под видео. Тинка для волос за 50 рублей. Состав 95 полиэстер, 5 резина. Есть в нескольких цветах. Также есть наборы. Две штучки за 50. 95 полиэстер, 5 резина. Также есть наборы. 80% полиэстер, 20% резина. В наборе 8 штук за 79. Резиночки есть потолще, в наборе 6 штук, 100% полиэстер, за 99. Маленькие есть, в наборе 8 штук, 80% нейлон, 20% резина, за 79. Большой выбор. Такие за 79 также. Одна вот такая большая. 100% полиэстер за 99. И в синем цвете. Пластиковые заколочки за 79. 4 штуки. Посмотрите, какая интересная резинка для волос. В форме бантика. За 149, 90 полиэстер, 10% пластик. Есть вот в таком виде. И в красном, в ярком. Набор пластиковых резинок побольше. В набор входит 4 штуки за 129. Страна-производитель Китай, 100% пластик. Брелок. Такой вот яркий. За 99. Состав 40 поливиний хлорид, 30 железа, 15 полиэстер, 15 сплав. Сплав 95 цинк, 4 алюминий. Также есть в черном цвете. Заколка скраб. За 99. 90% пластик, 5% железа. Китай. Ободок для волос сделан очень аккуратно. Красивый. Так, 100% пластик. Посмотрите, какой милый кошелечек. За 199, 90% полиуретан, 10 железа, производство Китай. Очень милый, мягкий, маленький, можно положить в сумочку. Так кошелечка выглядит внутри, достаточно легко открывается и закрывается. Смотрите, также он есть вот в таком виде. И вот такие вот яркие кошелечки с блестками, также за 199. Очень удобные, маленькие, удобно носить с собой. Вот такой интересный кошелек, побольше. Состав 100% полиуретан за 99. Производство Китай. Тоже очень яркий. Сбоку открывается на змейке. Но мне кажется, он будет не очень удобен для маленьких сумочек. Не совсем удобно. Такой пушистый брелочек за 199 рублей. Производство Китай. И он есть в белом цвете. Вот такой.
успокаивать. Набор резинок. В набор входит 100 штучек за 49. Такие есть наборчики. Здесь в набор также входит 100 штук. Просто в другой упаковочке. Красивые заколки для волос за 99. 20% железа, 10% пластик. Такие с камушком за 99. Очень интересные. Бантик с короной. Набор заколок для волос за 99. Какая красота! Очень красивые заколочки. Прелесть. Набор колечек для маленькой принцессы за 149. Состав пластик, железо, сплав стекло и алюминий. Корона, сердце и цветочек. Также есть с лошадкой, сердце и звезда. Очень много масок для лица по 79. Такая маска антивозрастная. Такая масочка. Все маски по 79. С авокадо. Очищает уголь. Черная маска. Бамбуковый уголь. Также маска с увлажняющим эффектом, с омолаживающим эффектом, с коллагеном и экстрактом улитки. И вот такая маска. 2-3 раза в неделю, курс 3 недели. Способствует формированию четкого овала лица, активно замедляет процесс старения. Влажные салфетки для самых маленьких, 20 штучек за 29. Такая за 39. Маленькие кошельки. Состав 100% полиуретан, Китай, за 200 рублей по скидке. Имеют несколько отделов, но мне кажется, они будут не очень удобные. Так я понимаю, здесь можно хранить визитницы. Есть в золотом цвете. Есть вот такие кошельки, пластмассовые. Пластик 95%, 5 металл. Производство Китай за 199. Есть в черном цвете и там я вижу в белом цвете. Вот такой кошелек, 95% полиуретан, 5% железа, 100% полиэстер, за 399 на замочке. Кошелек имеет несколько отделов для визиток, один общий отдел на замке. Достаточно удобный, интересный кошелек. Также он есть в белом цвете. В магазине продается декоративная косметика. Мы сейчас ее посмотрим. Также есть щетка для умывания за 79. 70% пластик, 30% полиэстер. Тональный крем за 199. Увлажняет и маскирует несовершенство кожи в течение всего дня. Не пользовалась, ничего сказать не могу. Есть первый тон, второй тон и третий тон. Спонж для нанесения идеального макияжа за 149. Обязательно попробую декоративную косметику из этого магазина. Очень интересно, кто-нибудь покупал? Если да, то напишите в комментарии отзыв.
Я вижу кисть для макияжа, 70% пластик, 30% нейлон за 249. На ощупь кисть мягкая, подойдет для нанесения тона. Кисть-щетка для идеального нанесения макияжа за 249, производитель Китай, 70% пластик, 30% нейлон. Большой выбор гигиенической помады за 79. Такие маленькие есть, очень хорошие. И есть обычные помады. Цену, к сожалению, что-то не вижу, сколько стоит. Достаточно яркие. Очень много цветов. И фиолетовые, и красные, и бежевые есть. Также есть вот такие кисточки для макияжа за 249. Маленькие сумочки за 599. Производство Китай. Состав 90% полиуретан, 10% железа, подкладка 55% полиэстер, 45% хлопок. Большой выбор сумочек. Сумочки есть поменьше. Железо, полиэстер, хлопок. Также есть за 1000, за 399. Рюкзачки в магазине также есть. За 999. Симпатичный, в черном цвете. Так, давайте посмотрим. Сумка на талию. 95% полиэстер, 5% железо. Подкладка 100% полиэстер за 799. Вот в таком розовом цвете. И есть большие сумочки по скидке за 1000. В красном и в черном цвете. Достаточно объемная.